Однажды в Оренбург, осажденный войсками Пугачева, пробрался вместе с мамой мальчик по имени Иван, а фамилия у него была Крылов. Будущий баснописец, журналист и драматург оказался в наших краях не случайно. В Яицком городке служил его отец Андрей Прохорович Крылов в весьма значительном чине капитана. А потому имя его жены и сына Вани было обозначено в списках Пугачева, где указывалось, кого и на какой улице повесить. Но бунтовщики отступили, и маленький Иван Крылов с мамой и отцом уехал в Тверь. Из того времени я хорошо запомнил голод и попадание нескольких ядер на наш скромный двор, рассказывал Иван Крылов Александру Сергеевичу Пушкину. Это было время, когда великий поэт собирал материал для будущей истории Пугачевского бунта.